Итак, ребят, всем привет. Сегодня у меня будет сталк по заброшенному дому. Он находится вот позади. В принципе, ничего будет интересного. Так, зайдем, посмотрим из любопытства, что можно посмотреть интересного. Потому что много среди вас есть людей, которые нравятся непосредственно вот блуждение по заброшенным домам. Сегодня просто покажу, как у нас жили в свое время. Дом у нас, ребят, открыт. Смотрим, какое здесь убранство. Офигеть! Здесь уже комрады побывали. Вот это твари. Как можно входить в чей-то дом и все ломать. Жили здесь не так давно. Время у нас показывает 1:05. Но печку разбомбили. Я просто из любопытства зашел в этот дом и посмотреть, что у нас в нем. Заглянем на чердачок. Не знаю, как получится. Но... В принципе, чердак чистый. Засыпка, смотрите, чердака какая. Ну ладно. Спускаемся. Конечно, полазить здесь есть где. Много всего интересного здесь может быть. Так, краем глаза. Сейчас глянем. Посмотрим, что из вещей здесь интересное может быть. Так, стол побрякушек, часы. Пакетик с какими-то бижутериями. Замки, заколки. Да, походу кто-то в торопях убегал отсюда. Здесь вот вещи. Сложные, в принципе, аккуратно. Пакет с лекарствами. Так, стол. Так. Ну, в принципе, ничего интересного нету. Походу, здесь бомжи кочевали. Или я не знаю. Такой хаос. Такой бардак. Так, книга. Кошелек.
кошелек. Ну, если там внутри не должно быть ничего, потому что в первую очередь всегда смотрят кошельки. Так, подсумок, да, телефона даже есть, смотрите, что. Сумка пустая. Так, может, что под матрасом запихали. Ну, ладно. Шмотки, кругом шмотки. Так. Конечно, для поиска местечко зачетное. Тем, что полы здесь целые, не как в предыдущем доме. Тут, в принципе, все вот так. Смотрите, вещи все на месте. Офигеть. Действительно, кто-то в торопях собирался, сматывался отсюда. Конечно, полазить бы здесь капитально. Такое, в принципе, вещей очень много. По карманам пошариться. Да, что у нас тут, а? Такое ощущение, что здесь буквально лет 5 назад жили. Но потом быстренько отсюда почему-то срулили, бросив все вещи, абсолютно все. Так. Кусочки, цепочка. Ну это не серебро. Так. Ничего интересного. Не, здесь надо капитально, если сюда братья комрады не заскочат в ближайшее время, то можно, в принципе, летом сюда заехать и походить. Что-то настораживает, прямо что-то по спине мурашки какие-то пробежали. Где-то что-то бумкнуло, что-то где-то шверкнуло, заскрипело, застонало. Ух, идет, мурашки по спине побежали. Так, бывает, что на печах можно что-то найти. Так. Нет. Сверху у нас ничего нет. Вот такой вот маленький домик. Полазить здесь, пошуршать. Как вы думаете, стоит, нет? Можно ли что-нибудь здесь интересного отыскать? Есть какие варианты предложения? Я вот не знаю, стоит ли вообще что-то здесь смотреть и искать. Здесь нужно разбирать, громить. А мне этого не хочется. Так визуально вам показал, что есть вот такие вот заброшки, которые брошены так вот спонтанно. Собрались и уехали. Как в свое время там Чернобыль и все прочее. Сказали выезжать, значит выезжать. И люди собрались, уехали. Ну вот, в принципе, когда я последний раз здесь был,
печка здесь стояла, но сейчас ее уже разбирают. Надеюсь, это делают местные жители. Ну, там я еще никогда не был. Что у нас тут? Мешки какие-то, мешки с мусором, что ли, бля? Короче, лабуды полно, бля. Здесь уже полы, смотрите, повело. Вот это непонятно, что это такое. Какой-то ящик, бля. Или что это такое? А, это он как-то перевернут. Ну да. Если здесь блуждать, здесь большой объем работы. Все это вскрывать, смотреть. Но, повторюсь, желания нету. Нету пока желания. Я вот люблю вот такие вот скопища. Когда пуговки и все прочее. Потому что бывает зачастую с этими пуговицами и монеты. Так, что это такое? Так. Это походу от фотоаппарата, что ли. Чехол. Еще один. А, нет, это электробритва. Такая. Что-то, походу, здесь инвалид был. Потому что вот этот вот костыль я уже не в первый раз вижу. И там еще валяется. Так, здесь какая-то надпись. Давайте прочитаем. Может быть дружба без любви, но мелкота любовь, в которой нет дружбы. Чуть непонятно. Но мелко. А, понятно. Может быть дружба без любви, но мелкота любовь, в которой нет дружбы. Во. Видно, здесь молодежь местная развлекалась. Ладно. Здесь вот можно было все просмотреть, все арки. Все. Можно здесь что-то и отыщется интересное. Но, повторюсь, может быть, здесь я обоснуюсь летом. Я планирую сделать выезд на экспедицию на все лето. Будет у меня запланирован большой шурф. Ну, наверное, и здесь тоже затрону тему. Вот такая вот тема здесь. Корвалол. Это от сердца. Ладно. Помчу я, наверное, дальше. Не будем затрагивать тему эту больно долго. Все, ладно, пошли. Пошли на выход домой.